вещает, чеканит барабаны дробь, и значит праздник открывает.
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые гости, разрешите нам от имени директора Дворца культуры России Бардачева Юрия Павловича поздравить вас с юбилейной датой. Пожелать вам и вашим сотрудникам творческих успехов, долголетия, благополучия, всех-всех благ. Счастья вам, здоровья, любви и удачи. Дорогие друзья, вас приветствует заместитель председателя правительства Московской области Юрий Павлович Олейников.
уважаемые коллеги из Музея выставочного центра, поздравляю вас с 20-летним со дня открытия. За эти 20 лет сделано много. И подтверждением вашей работы является достойное место, занимаемое в культурной жизни нашего города. Особые слова благодарности хочу выразить за вашу работу по патриотическому воспитанию молодежи. Ярким примером является постоянно действующая ваша композиция. Это 20 век, русская деревня и Осерба. Конечно же, Осерба, наш любимый дракон. Поэтому, конечно же, в учреждении есть трудности, которые мы будем совместно решать. И хочу выразить свою уверенность, что ваш профессиональный коллектив успешно все эти преграды преодолеет. Спасибо, с праздником, с юбилеем! В работе знаком отличия князь Серпуховский Владимир Храбрый награждается Логинова Наталья
10 лет с 95 по 2005 годы музейно-выставочный центр действовал в статусе выставочного зала. Обширная экспозиционная площадь, хорошие современные технические возможности позволяли вести интенсивную многообразную выставочную деятельность, участвовать в крупномасштабных региональных выставках, ярмарках, фестивалях. За эти годы МВЦ познакомил граждан и гостей нашего города с творчеством многих выдающихся современных художников, с коллекциями крупнейших музеев России. Одним словом, география прошедших музейных выставок простирается от Санкт-Петербурга до Саранска и Самары. А выставки из частных собраний и посольств разных стран дали возможность познакомиться с культурными традициями и современным искусством стран Востока, Европы, Америки, Китая. Но большая часть выставок строилась на местном материале, что способствовало всестороннему изучению родного края. Естественно, научная история региона нашла отражение в таких выставках, как «Подмосковье за миллионы лет до нашей эры», «Редкие исчезающие животные Подмосковья». Археологическое прошлое предстало на выставке «Славянские древности Серпуховского края». А выставке «640 лет владычному монастырю Серпухов театральный 19-21 века, Серпухов купеческий» завоевали особое внимание у горожан. Серьезно и кропотливо готовятся выставки, посвященные подвигам серпуховичей в годы Великой Отечественной войны на основе частных собраний и архивов. Традиционные промышленные технологии города, его современный экономический облик был представлен на выставках, посвященных предприятиям и учебным заведениям города. К примеру, Серпухов на пороге 21 века, все крупные предприятия города, приглашение в профессию и многие-многие другие. С 2000 года выставочный центр участвует в деятельности Всероссийской общественной организации «Ассоциация музеев России», оценившей качество и высокую динамику выставок, проводимых центром. Грамотность и целеустремленность, умение выстраивать свою работу – все это отличает людей, которых мы сегодня чествуем. Сегодня, в этот праздничный день, нельзя не сказать о людях, которые стояли у истоков работы выставочного зала. И которые более 5 лет посвятили любимой работе. Перегатного Ольга Вячеславовна, заведующая экспозиционным отделом. Кипченко Наталья Петровна, главный хранитель выставочного зала. Антонина Ивановна, музейный смотритель. Макрачева Ольга Борисовна, заведующая экспозиционным отделом. Я прошу вас привстать, дорогие женщины. Макарова Валентина Ивановна, музейный смотритель. Матюшева Галина Петровна, смотритель музейного выставочного центра. Петрухина Ольга Ивановна, музейный смотритель. Полякова Лариса Григорьевна, сторож. Полякова Виктор Гаврилович, сторож. Рощина Галина Петровна, контролер. Сарычева Надежда Васильевна, музейный смотритель. Чистая над вами. Пусть будет жизнь по-доброму светла. Живите долго. И мы вам всем желаем всех благ, здоровья, счастья и тепла. Поет Павел Михалюк. Встречайте.
Еще раз вас с праздником, с юбилейным праздником. Большое вам спасибо за ваш нелегкий труд. Но еще хочу пожелать дальнейших больших, очень больших успехов в вашей нелегкой работе. Еще раз вам большое спасибо, с праздником. Спасибо.
Сотрудники центра ведут самостоятельную научную собирательскую деятельность. И поэтому нельзя не сказать о собственных проектах музейно-выставочного центра. Краеведение, экология, природа, народная культура региона, традиции благотворительности и попечительства. И это не полный перечень тем, посвященных нашему городу. Выставка «Портрет улицы», улица Боровская, в прошлом и настоящем. Из частных архивов и архивов предприятий города. Учреждений культуры, науки, производственной сферы Московской, Калужской и Тульской областей. В ходе этой выставки звучала мысль о сохранении Оки как природной экосистемы, дающей нам возможность биологического выживания. Это положило начало существования нового профессионального партнерского сообщества на межрегиональном уровне. И сейчас хочется пригласить к микрофону учреждение, оно очень дополняет наш город, оно нам необходимо, оно нам нужно.
Уважаемая Валентина Ивановна, подойдите, пожалуйста. Нужно же обнять, поцеловать, никак не будет. И вот я хочу сказать о том, Валентина Ивановна, что у вас небольшой коллектив. Я слушал свой коллектив по 16 человек. Да, 16 человек специалистов. Но это люди все творческие, все люди замечательные. Поэтому я бы хотел от имени нашего коллектива, открытого акционерного общества «Сверхпред», поздравить с этой вас датой. Пусть такой небольшой, вот мы скоро будем праздновать уже 90 лет наше предприятие, совсем скоро, вот буквально в 9 году уже будет, в 19 году будет. Но вы такие молодые, вам только расти, расти и свести. Поэтому всех вас праздников, здоровья, счастья, успеха, благополучия. Здесь не 30, не 5, здесь больше. Мне даже Валентина Ивановна говорит, Владимир Павлович, вот это не попечительский совет создавай. Такую паузу сделал, я говорю, хорошо, буду. Свои, да? Как это говорят, мало знатник да дорого. Поэтому вот мы поговорили с Валентиной Ивановной. Она говорит, да нам вот нужна бы видеокамера. Я говорю, хорошо, подарим вам видеокамеру. Но это еще не все. Музейно-выставочный зал. Вот на протяжении всего этого времени
периодически возвращаюсь, и я рад, что сегодня тоже возвратился, сегодня в вашем коллективе. Я хочу еще раз вам сказать слова благодарности. Сегодня мы, безусловно, будем вспоминать здесь и где-нибудь за пределами этого зала всех людей, которые внесли свой вклад в развитие музейно-выставочного зала. И в первую очередь я хочу сказать, что мы вспоминаем самые разные сложные периоды времени, но период, когда забивается первый кол, первый гвоздь, он самый сложный. Ну, если считать назад, 1995 год, но кто-то помнит, кто-то не помнит, на предприятиях города Сербского зарплату пылесосами, мясорубками, неизвестно откуда брать деньги. И в этот момент городская власть приняла сложнейшее решение вместо какого-то там, скажем, места, которое будет приходить быстрые и короткие деньги, создать фундамент дальнейшего развития, расширения культурного пространства нашего города. И в этой связи я хочу сказать слова благодарности за этот начальный период администрации, которая тогда работала. Во главе с Николаем Алексеевичем Адушевым. Вот здесь присутствует неутомимый помощник. Я помню, как тогда Галина Федоровна собирала деньги с предпринимателей и с меня как руководителя завода «Металлист» для того, чтобы выставочный зал открылся. Но при всем при этом я в первых словах, конечно, хочу отдать дань памяти Анатолию Ивановичу Репину. То, что музейно-выставочный зал открылся, и то, что он жил, это его заслуга. И, безусловно, как у каждого живого существа, как у каждого живого субъекта, есть папа и мама. И, безусловно, на протяжении всех этих лет, на протяжении всех этих дней, очаровательной, тихо незаметной мамой этого музейно-выставочного зала была и остается Ольга Петровна. И сегодняшний день хочу пожелать, мое пожелание на протяжении уже многих лет состоит из трех частей. Три слова, которые до недавнего времени были на здании администрации, но они у меня в сердце. Я желаю всему коллективу возродить традицию. Сегодня было очень много сказано слов о разных экспозициях, но я вспоминаю 2000 год, когда мы в непростой войне с профессионалами-музейщиками запихнули на территорию выставочного зала промышленную выставку, выставку достижений предприятий нашего города. И вот сейчас мне хотелось бы, чтобы на новом витке, на новой витке спирали коллектива появилось желание показать достижения сегодняшние наших промышленников. И я вам еще раз хочу сказать, что показаний здесь очень много. Вот я сейчас очень много занимаюсь лазерной техникой и оптикой. И хочу сказать, что сегодня три человека, которые проживают в городе Серпухове, лучше всех работают в нашей стране с оптикой. Это уникальное изделие, это уникальное производство. Таких производств очень много, и я хотел бы, чтобы Валентина Ивановна нашла местечко для того, чтобы в наступившем году это обязательно состоялось. Со своей стороны, вот мы недавно с Валентиной Ивановной общались на одном из мероприятий, я беру на себя обязательства, если дадут возможности, возродить и восстановить выставку, которая тоже была уникальной, тоже коллективу выставочного зала огромное спасибо, когда мы начинали музей воды. Мы сегодня эту тему развили, у нас есть музей воды в городе Дзержинске, Нижегородской области. Я хотел бы, чтобы и на территории города Серпухова появилась еще одна площадка. Это очень важно, и думаю, что это будет очень помогать. Давайте возрождать. А возрождая, давайте созидать. Я хотел бы, чтобы на территории выставочного зала появились новые площадки, новые места. И с этой точки зрения, мое пожелание, я вот публично делаю заявление, следующий год важен для спорта города Серпухова. 55 лет футбольному клубу «Звезда», 10 лет первой победы на всероссийском турнире баскетбольных команд наших. Мы, ну, как минимум, инициаторы, мы ищем площадку для того, чтобы этот праздник провести и сделать выставку серпуховского спорта.
И в завершение я хотел бы, чтобы ключевое и важное слово, которое на протяжении 20 лет олицетворялось, было смыслом жизни музея, объединение, чтобы музей не просто остался площадкой объединения, а позволял дальше расширять возможности людей объединяться для добрых, хороших дел. И здесь я хочу еще раз сказать слова благодарности музею, коллективу. Я познакомился вот сейчас, не знаю, почему так в первую очередь вспоминает все мне выдающийся музейный работник, на мой взгляд, недооцененный в нашей стране Наталья Громоле, с которым мы познакомились на площадке. После этого я совершенно по-другому стал относиться к живописи. И благодаря ей я совершенно по-другому начал смотреть на творчество Зудина и многих других наших людей, которые создают своей кистью, создают своими руками элементы гражданского общества. Я благодарю всех тех, кто сегодня продолжает работать, чтобы мы были вместе. Даже сегодняшний день у меня такой вот очаровательный подарок. Валентина, я не скрывался, мне просто привалило счастье. Удалось рядом с Людмилой Викторовной Гафуровой обсудить дальнейшие планы и дальнейшую нашу работу. И как символ, чтобы у вас он напоминал о моем призыве, давайте объединяться, давайте вместе делать наш город и нашу страну более счастливой. Причем делать не страну в общем смысле, а каждого человека, который живет в городе Серпухове, счастливым, богатым, духовно богатым, полноценно богатым. Я еще раз хочу напомнить, только Петро нам не даст соврать, на территории выставочного зала была такая тайная сходка. Я на нее несколько раз попадал. Старый Новый год собирались те люди, которые приносили из дома бутерброд с салом, там, с колбасой, и обсуждали, как же изменить мир к лучшему. Я хотел бы, чтобы вот эта площадка расширилась, и если будет возможность, я тоже иногда буду на эту площадку приходить. Вам всем слова огромной благодарности. Валентина Ивановна, если можно, вам подарок. Я опять без ответа.
уже 15 лет в выставочном зале проходит православная научно-просветительная конференция «Варлаама Афанасьевские чтения» с участием религиозных и светских организаций города. Инициатором и организатором этой конференции стали сотрудники центра. С 2004 года носит межрегиональный характер. Название свое конференция получила по имени наиболее ярких и значимых фигур в духовной истории города. Основателей и первых настоятелей древних серпуховских обителей. Высоцкого, Зачатьевского и Владычного Веденского монастырей. Преподобного Афанасия Высоцкого и преподобного Варлаама Серпуховского. Конференция призвана привлечь внимание к важнейшим проблемам современной нравственной и духовной жизни города. Для вас поет Дарья Шаврина.
монастыря игуменья Алексия. Гости, сотрудники выставочного центра. Ну, наверное, с чего хотелось начать, что вот в этом году монастырь отмечал 20-летие возрождения, и как некая такая же параллельная дата, это 20-летие возрождения выставочного центра, основания выставочного центра. Я присутствовала на открытии этого выставочного центра, тогда еще с архимандритом Иосифом, ныне митрополитом Иосифом. И как-то вот, наверное, с момента открытия и пошло сотрудничество. Культура, она всегда касалась духовной стороны жизни человека, которая касалась душевной части жизни человека, которая близка к духовной. И поэтому всегда так, через искусство было легко передавать духовные и нравственные ценности. Монастырь много сотрудничал с выставочным залом, проходило три выставки, посвященных истории монастыря, и фотовыставка работ сестер. Вот последняя выставка продолжается еще и сейчас, она посвящена 655-летию нашего монастыря. И в память о нашем монастыре, может быть, как экспонат для будущих выставок, мы хотим подарить вам выставку с видом монастыря, ну и в коллекцию вашей выставки про павлинов хотелось подарить еще одного маленького павлинчика декоративного. Следующая страничка нашей истории. Год 2005. Выставочному залу присваивается статус музейно-выставочный центр. Это дает возможность формировать музейный фонд. Сегодня он насчитывает около 4,5 тысяч единиц хранения, которые формируются в основном за счет местного и региональных материалов. В сентябре 2005 года выставочный центр открывает свою первую постоянную экспозицию «Мир русской деревни», построенную на подлинных предметах народного быта конца 19-го, начала 20-х веков из уникальной коллекции серпуховича Анатолия Петровича Мурцева. Сегодня экспозиция пользуется неизменным успехом у посетителей. Здесь проходят интерактивные тематические экскурсии, игровые занятия для малышей. Мастер-классы по изготовлению народной обрядовой игровой куклы, мастер-классы по традиционной росписи по дереву, детские календарные праздничные программы с чаепитием. В том же 2005 году музейно-выставочный центр был удостоен звания «Хранитель наследия земли Серпуховской». Итак, встречайте на сцене ансамбль танца «Балагуры», руководители Елизавета и Андрей Морозовы. Композиции «Деревенский Дон Жуан». Thank you.
была создана научным коллективом Центра по заказу администрации города. Как часть бренда города, как один из главных проводников въездного культурного туризма. И посвящена истории герба нашего города, главным изображением которого является эта птица. Но наиболее крупным и ценным поступлением исторической тематики стали выступления закрывшегося предприятия города «Серпуховский текстиль». Всего 694 единицы хранения. С образцами тканей текстильного производства, начиная с 1870 по 2008 годы, эскизы тканей с 1900 по 2000 года. Издание дореволюционных зарубежных материалов по декоративно-прикладному искусству и технологии текстильного производства, монеты и многое-многое другое. Что ж, как говорится, время вперед. Итак, год 2010. Священник хлеб, в себя вобравший солнце, в себя вместивший хлебопека жизнь, ты сердцем чистым до него дотронься и чистыми руками прикоснись. Сказание о хлебе. Так называлась выставка, подготовленная совместно с предприятием «Серпухов хлеб» и индивидуальными предпринимателями города по заказу администрации. Экспозиция выставки представила хлеб как символ национальной самобытности, как часть национальной культуры. А также рассказала об истории местной хлебопекарной промышленности. На сцене помощник депутата Московской областной думы Боцманова Елена Владимировна. Ресурсы, все
все-таки исчерпаемы. Помимо экологов, сотрудников заповедника и музея, участниками выставки стали работники водоканала и работники Серпуховских очистных сооружений. А также другие учреждения, от которых зависит судьба воды в нашей жизни. Выставка сопровождалась просветительными и научно-практическими мероприятиями. Павел Владимирович уже сказал слово, ну а мы поем Надежда Крохина. «Гляжу в озера синие». Театров был отмечен премией губернатора. В городе с вековыми
крестинными традициями весной 2014 года состоялся первый межрегиональный открытый фестиваль мастеров художественного текстиля «Текстильный букет Паучья». Выставка, собравшая более 60 мастеров художественного текстиля из Калуги, Олесина, Серпухова, Пущина, Кашира. Городов Рязанской области, Москвы, Ярославля, Подольска, Протвино, Шатуры, Обницка. И многих-многих других ошеломило зрителей своей жизнеутверждающей коллективной энергией. Позитивное отношение к миру, радость творчества – главная объединяющая идея фестиваля, подчеркнутая в народном искусстве, из которого, собственно, и вышло все многообразие направлений современного текстильного дизайна. Этот фестиваль также был отмечен премией губернатора. Встречайте, театр МОД. Заместитель начальника управления по культуре, спорту и работе.
молодежью. Котова Елена Владимировна. Добрый вечер, дорогие коллеги. Сегодня прекрасный вечер и прекрасный праздник у удивительного учреждения культуры. Я поздравляю от всего сердца всех сотрудников выставочного центра. Я хочу вам пожелать солнца, мира, радости, благополучия. Я хочу, чтобы в каждой вашей семье всегда только был мир и удача, чтобы каждый из вас на работе воплощал себя полностью, чтобы ваша работа также вам всегда напоминала дом. Насколько я знаю, вы настолько всегда, ну, так скажем, не просто энтузиасты, да, а еще и очень креативные дети. И очень рада, что сегодня у нас рождается все больше и больше выставок современного плана, куда нравится пойти и маленьким, совсем маленьким детям, и среднему поколению, и тем, кто, кому уже за, и, конечно же, молодежи. Я очень рада, что сегодня год 70-летия Победы одним из реперных наших такой точек были именно открытие выставки, которая посвящалась 70-летию Победы. Еще раз вас с праздником, еще раз вам удачи, и хочу, чтобы птица счастья всегда была с вами.
музейно-выставочного центра делает все, чтобы развивать, направлять. Но об этом нам поведает директор музейно-выставочного центра Валентина Ивановна Мантулова. Дорогие друзья, уважаемые гости, огромное вам спасибо, что в этот день, в наш праздник, вы с нами. Вот действительно 20 лет, это исторически очень маленький срок. Но сколько сделано добрых, нужных, хороших дел. И, конечно, сегодня мы говорим слова благодарности всем тем, кто был в эти годы рядом с нами. Вот за эти годы, конечно, тут я разволновалась. Вот. Конечно, мы очень благодарны в первую очередь художественному совету, который 20 лет идет вместе с коллективом музейно-выставочного центра, председателем которого является Зудов Николай Иванович. Но, к сожалению, его сегодня нет. Ну вот, Татьяна Ивановна. Это, конечно, художники, скульпторы, фотографы, потому что без вас, наверное, бы и не было выставочного, а затем и музейно-выставочного центра. Конечно, огромное спасибо нашим образовательным учреждениям, особенно дошкольникам, которые очень активно посещают музейно-выставочный центр, среднеспециальным образовательным учреждениям, губернскому колледжу, Серпуховскому колледжу, как он теперь называется, общеобъединенный. А гуманитарный колледж, который вошел в состав Серпуховского колледжа, очень активно всегда посещал и посещает выставочный зал. Конечно, огромное спасибо нашим коллекционерам, это Мурцеву Анатолию Петровичу, это Котелкину Владимиру Николаевичу. Именно благодаря вам и особенно вот Анатолию Петровичу у нас сформированы наши экспозиции. Конечно, огромное спасибо сотрудникам и тем, кто работал и кто работает сейчас. Особенно мне хочется сказать об Ольге Петровне Виноградовой, потому что она с первого дня работает в центре. 17 лет она возглавляла это учреждение. И все те глобальные выставки и проекты, они делались под ее руководством, под ее началом. Церковичей и гостей нашего города посещает музейно-выставочный центр. Более половины – это дети. И это, конечно, радует, это очень хорошо, потому что постоянно действующие экспозиции «Русская изба», «Музей Павлина», они, конечно, направлены на то, чтобы дети знакомились с бытом, с историей, с традициями наших предков. «Музей Павлина» рассказывает об истории города, об истории гербе города. То есть, конечно, мы прививаем любовь детей к родному городу, к родной стране. Поэтому огромное всем спасибо за ту помощь, за ту любовь, за то внимание, которое вы оказываете музейно-выставочному центру. Только все вместе. И, конечно, не могу не отметить, конечно, управление по культуре, спорту и работе с молодежью, потому что мы им благодарны, что всегда на все инициативы, наши предложения, они, в общем-то, относятся положительно и помогают выполнению всех проектов, которые, так сказать, делает коллектив. Поэтому огромное всем спасибо, и я надеюсь, что мы с вами и дальше также будем плодотворно работать во благо жителей нашего города.
художественного центра Манкулы Валентины Ивановны вручается членом художественного совета Кубареву Виталию Петровичу. Силовый,
самого доброго.